Лето в Подмосковье. Новый проект стартовал во всех регионах Московской области, в том числе и в Химках. Для жителей городского округа лето обещает быть интересным. На всех городских площадках организуют спортивные мероприятия, образовательные мастер-классы и различные фестивали. Зоны отдыха с бесплатными развлечениями легко узнать по брендированным флагам. И в течение всего сезона у нас запланирована программа выходного дня, на которой будут заниматься взрослые дети. Также у нас в парках проходят различные мероприятия на открытом воздухе, как вы видите. Площадки будут работать все лето, вход свободный. В парке имени Льва Толстого работают зоопарк, скейт-площадка, музейный комплекс «Артишок». Все развлечения бесплатные, открыты для желающих. Не отстают и другие парки городского округа. В каждом из них химчане смогут с интересом провести свой досуг. Также на территории городского округа работает уникальный проект «Химки. Интересно жить». Для всех жителей ежедневно проводят мастер-классы и тематические встречи. Суть проекта – организация качественного досуга для всех. Темы мероприятий выбирают сами химчане.